Всем привет, с вами Юмилия. Только что посмотрела первую часть, сейчас буду смотреть вторую часть от Валеры. Знаете, умные мысли преследуют порой меня, но я быстрее. Мне нужно было бы пойти спать, но я сейчас буду смотреть Валеру Гостера. Поэтому поставьте лайкос мне хотя бы за это. Я вообще не посплю этой ночью, поэтому вот ваш лайк. Мне от него будет приятно. А еще у меня на втором канале вышло новое видео. Пожалуйста, зайдите, посмотрите, прокомментируйте, поддержите, покритикуйте. Когда я долго не сплю, я упоротая, да. Повторяю это и в этом видосе, потому что вдруг вы не видели предыдущие реакции на предыдущие, наверное, уже на канале. Короче, смотрим. Первая часть была офигенно крутой. Как надеюсь, и просили, маленькие ночные мрази 2. 2. На связи. 2. Какие-то головы любитель шишек и дождевик, и мы начинаем. Блин, я надеюсь, что со звуком нормально, потому что я звук не затестила перед съемкой реакции. На всякий случай Валеру сделаю погромче. Что? Что? А почему он с самого начала начал? А, с игры Honkai Impact. А, знаете это чувство, когда ты думаешь, сейчас я подгадаю момент и быстренько вырежу рекламную интеграцию, и Валера просто это супер неожиданно делает, прям вообще. Пацанов свое. А, вот она, столовка. Продолжение. Это принудительный вкид, ничего нового. По сути, обычная перемена. Ужас. Каждый занимается своим делом. Вот здесь сделали зоопарк, засунули чувака в помойку. Это битмейкеры какие-то. Вот диджей растет. Диджей ебан. Я же говорила, вот просто реакция, типа, как хорошо. Они свою профессию, такие, типа, на трассу. Мать, все нормально, у тебя лица нет вообще. Кабинет химии, да? Ё-моё, как мне надо идти. Я кое-что придумал. Давай падай. Кстати, классная идея. Я так даже не пробовала, но идея топовая. А никто не знает. Ты что, меня жаба перепутала? Захавала меня жестко. Хватит, меня есть. Остановись. Вот это сейчас в смысле. За щеку залетел снова. Ой. Что он там рисует? Пиписьки, что ли, как мормок? Формула топ. Что-то на уровне интегралов для меня. А я думала, она мормока пересмотрела и начала пиписьки рисовать. Да что такое? В смысле? А где ведро? А чё так поздно? А, под... Ведро! Упражнение бег 10 по 10 от ведра. О-о-о. Не зачет. Ну давай, давай, подходи. Прям целая история. А, понял. Это, кстати, мое. Все, давай, ты спасена. Как бы головой ты только не убилась. А, помните, кстати, что Мармок подметил, что она прям в мочу упала. А может, нужно было что-нибудь постелить тебе сначала? Я не подумал, я сначала делаю, потом думаю. Эй, как тебе в толчке валяться, нормально? Какая великолепная симфония, согласитесь. Особенно от такого прекрасный талантливого... Прекрасный, не останавливайся. Учителя. Да красиво, что ты остановилась? Неужели... Нет, 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 нет. Мне нужен да, табурет. Да, да, вот. Еб... Да там дальше просто та-та-та-та-та-та. Давай! Господи, какая мелодия, всю жизнь бы... Слушай. Играй! Восхитительно. Нет, ты серьезно, там три аккорда прыгать по койкам. Это что за... Это что символизирует прыжки по койкам? Кто мне объяснит? Я не понимаю. Я тоже. Не понимаю. Понял. Делать так не будем. Он, кстати, светится, смотрите. Приятный свет. Не ломай. Можно немножко уважения, я не судить? Шестая вандалистка. В прошлой части мне говорили, что это она. Поверю на слово, потому что никак это проверить не получится. О, фонарь. Что за Little Outlast? О, да, наконец-то могу посмотреть телек. Опять ты меня вытащила? Хватит. Мы по очереди смотрим, помнишь? В мишке ключ, судя по всему. Это что? А, ну теперь все. Женщина, вижу. Сука, йогурт, скелетон. Да, я тоже просвечу. Просвети меня. В прямом смысле? В смысле, я тоже женщина? В мишке ключ. Намек понятен. А в нас ничего. Давай всех притащим и просканируем всех. Мне кажется, там что-то есть. Просканируем? Кого ты? Неси медведя. Какая обезьяна с тарелочкой. Она просто понравилась, мне кажется. О, ключ. Ключ. Капец, я умный. Так, это у нас кубики какие-то. Мяч. Он прыгает? Хорош. Куб прыгает? Очевидно, нет. Так это тоже скину. Этот почему здесь вообще стоит? Ты что там вообще встала с этой херней? Давай мне эту мартыху сюда. Дай мне. Вот приставучая, а. О-о-о. Спят ребята. Когда пришли друзья на ночь, такие, есть что-нибудь укрыться? Ой, как много всяких срубильников. Это жестко было.
понял, а я хотел туда залезть. Да, не надо. Привет. Это твой новый дом, my liebend friend Beer. Чё, не хочешь сюда? А как мне туда засунуть? Устраивайся поудобнее, дом отличный. Квадратиш, практиш, гуд. Посмотрите на вот это вот. Приём называется незнакомка. Я не понял, а как на тебя обойти? Я не придумал. Да поди порисуй, я не знаю, чем там занимаетесь обычно. Ты не будешь ползать, ты не будешь ползти. Ты не умеешь, да ты умеешь. Умеет. Да говна. Вот я еще от ладошки чьей-то не погибал. Вон куча других частей тел, найди с чем поразвлекаться. Ладошка способна на многое. Отстань. Не нужно ее недооценивать. Ладошки порой такие вещи, что говорят. Боже, ситуация от таз, еду на хардбас. Что-то мне не нравится это, слышишь? Хочешь, я тебя ногу сопру или руку? Что-то я понял намек. В темноте. Что надо? Он так забавно смонтировал. Нет. Всем здравствуйте. Кстати, это было максимально странно, потому что какие-то из них активировались, какие-то нет. И это тоже очень путало во время прохождения. Ты не понимаешь, откуда ждать подставы. Приятно, стоите, хорошие ребята. Nice ass, unbelievable head. Стоять! Тихо. Стоять, я Ой, сказал! Этот момент, он полиция очень жесткий. Майами! Всем выйти из сумрака! Он только не видишь, что с первого раза прошел, честно. Ого, вы что меня лапать собрали? Если да, то он большой молодец, потому что я там так тупила, когда демоверсию проходила. Так, сука, кружок, очумелые ручки, че у вас так много? Параши, сижу вообще, типа, грустно и вкусно. Одиноко. Какахами. Да-да-да-да-да-да-да-да, руки помыли, блин. Я-то какой, я чистенький парень. Нет, не смейтесь. You spin me right. Что-то гнилые пятки вижу. Я уже представляю этот запах. Жесть. Ужас. Общежитие. Почему ты это уже представила? После того, как Валера сказал так отвратительно. Кого? Представитель шин Кого? Мишлен. Что вы тут делаете? О, доктор. Дядюшка Шнюк, может быть, это какой-нибудь. Вариантов много. Вы знаете, обычно ты приходишь к врачу и говоришь, доктор, пожалуйста, помогите, вылечите меня. А приходя к этому, ты скажешь, доктор, пожалуйста, отвалите, не лечите правда меня. Правда, неизвестно нам. Куда он? А, да? Клюнул телевизор. Смотрите, подглядывает. А я могу там вообще? Наверное, посмотрел модный приговор. Оказался немодным, ну и... Только посмотри. Понял, высосал дементор. Телевизор озабоченный. И мой пацан такой же, судя по всему. Зацени, купаюсь. Класс, я в джакузи. Это факт. Вот здесь, сейчас... О, нет! Я столько тупила на этом моменте, я его просто ненавижу. Прыгай! Куда она? Тут все немножечко на удачах держится. Он что, разваливается, не пойму. Надо, наверное, отойти немножко в сторону. Тогда просто пробегаем это место. А ручки-то нет. Ну, короче, нам пизда. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, это подло. Сейчас у нас опять пизда. Может, нам просто вообще туда надо бежать? Короче, я придумал. Руку давай. Камни за ЛГБТ, и они нас не придавят. Наконец-то я могу посмотреть свое любимое поле чудес. Слушай, ты достал, ты в курсе? Нельзя прерывать просмотр «Поля чудес», иначе выйдет Якубович и на... Прощайте, барабан! Я хочу жить! Такой буквы не... Этот момент прям... Ты куда села? Лезь под кровать! Вроде у Валеры ролик... Опять ее сперли. Как-то грустно стало. А, это как в ледниковом периоде, типа, блохи остались от нее. Ты как кто залезла, слышишь? Ну-ка, давай, вылезай. То есть ее реально вытащить? А, ты там не одна, я вас понял. Ну, тогда счастливо да. Там оставаться, в принципе. До свидания. Вот этот момент в конце, вроде все так угарно было, ржачно, но чисто за счет того, что... Вспоминаю игру, все вот это вот, что там было, не буду спойлерить, может кто-то не проходил до конца, прям эмоции нахлынывают, и тяжело их на самом деле сдерживать. Офигенный видос, интересно, будет ли дальнейшее прохождение от Валеры, потому что он все-таки до конца игру не прошел, и вообще очень классный формат. Скажу честно, у меня были мысли записывать как раз подобные видео, типа проходишь, не именно как вот на стримах, да, стримишь, а проходишь игру и частичками какие-то забавные смешные моменты показываешь. У меня плохое чувство юмора. Я стараюсь над этим работать, и возможно, когда-нибудь все-таки у меня что-то да получится нормально шутить. Хотя бы забавно это делать, чтобы люди такие, ну, улыбались, когда я шучу, а не
что это сейчас было. Да, потому что в основном я встречаю такую реакцию. А с вами, как всегда, была Юмилька. Поставьте лайк реально, потому что я уже не посплю, потому что надо вот доснять, там, превью, смонтировать. Я реально не посплю этой ночью, поэтому с вас лайкос и подписка на этот канал, если не подписаны. Все, всем пока.